Всем привет! У нас продолжаются наши колхозные будни. Все, последний раз собрали сливу. Надоело уже, больше ведрами ее собирать не будем. Уже и джема наварили, и накатали компотов. Уже все, надоело слива, хотя вот этой вот такой вот сливы, такой вот желтоватой какая-то, она такая синяя-желтая. Ее еще целое дерево, чтобы ветки не сломались, будем так разгружать, чисто на морсы варить. А собирать уже больше так не будем, потому что уже правда устали. Это уже всю сливу меня папка освободит от работы с этой сливой. Он ее пустит на вино, на чачу. В общем, в свои нужды пустит, потому что сейчас ну просто ну супер-супер она спелая, супер мягкая, сладкая. И ему, короче, это самое то с вонными этими природными дрожжами, да? Ее мыть не надо, только очистить от косточек. И дальше будет папа заниматься. Ну, что у нас еще интересного? Помидоры тоже сегодня все собрала последний раз. Ведрами тоже набрала столько же, 2 ведра помидор. Ну, уже даже не знаю, честно сказать, что с ними делать, потому что уже все, кладовка уже полная. Банок уже нету, все банки истрачены, покупать банок больше не будем, будем просто уже использовать на еду. Перца еще, конечно, очень много, но тоже будем уже кушать. Помидоры будем тоже уже только кушать, больше ведрами собирать не будем. Ну, что у нас еще? Тыквы на подходе, уже сняла несколько тыкв, курицам варю. Так, тыква уже зреет, ну и много еще и растет, еще много и маленько, ну есть просто вот такие экземпляры тыквы лежат. Посадили по новой морковку, снова посадили морковку, снова посадили свеклу, свекла уже вылезла, уже растет. Соня, иди, а? Ну где ты вымазалась такая грязная вся? Иди. Ну вот виноград свой мы уже пробуем, Молдова, Августин, ничего так нормально. Растет, зреет, ну и некоторые вот мы уже гроздочки пробуем. Вот в этом году у нас аномалия с травой. Если раньше мы все в середине июня там скосили траву, участок под ноль, больше она не растет, она вся высыхала, то в этом году, сейчас август уже, да, а мы все косим и косим траву. Это просто какая-то аномалия. Постоянно, каждые 2 недели приходится косить участок. Клубнику сейчас пересаживаю, и она вся в траве, просто столько сорняка растет. Никогда такого не было, клубника вся стояла, мы ее поливали, просто чтобы она не высохла все лето. Сейчас она вся в сорняках, везде растет трава, в любой грядке, в цветах, везде-везде. Раньше вот в июне прополол, и все, больше, в принципе, все лето такого массовой такой прополки нету. А здесь вот растет и растет сейчас трава, потому что все-таки дождики. Вот сейчас 3 дня были дождики, то ночью, то днем дождик. Мы вчера сходили, попробовали грибы, посмотрели. Но нету, грибами еще даже не пахнет. Может быть, завтра сходим. Ну, все ждут, что должны пойти грибы. Может быть, завтра сходим, прогуляемся за грибами. Ну, а так-то погода-то нормальная, тепло, конечно же. Сегодня у нас за 30-ник, да. Днем, как бы, всегда жарко, тепло, хорошо. Ну вот, с травой мучаемся. Траве хватает влаги. Не было такого, чтобы траве хватало влаги. Высыхала вся трава на корню, и весь участок был без травы. В этом году у нас трава. Ну а так, что, все что-то делаем, да? Что мы делаем? В основном все крутили, да? Все перерабатывали. Пойдешь в течение дня, все что-то соберешь. Вечером опять крутишь, все, с закрутками завязали. Больше ничего крутить не будем. Будем просто все, что есть, кушать. В этом году мы покупаем очень много арбузов. Вообще арбузов у нас продается просто тьма разных сортов. Уже сейчас вот сегодня арбузы покупали по 8 рублей, да? Дыни по 30 рублей. Свои арбузики стоят вот такие. Мама свои там, не знаю, съела, наверное, штук 5, нам вот давала один. Они тоже сладкие, но они вот не растут большие. Так что 8 рублей арбузы очень замечательно. Едим, не страдаем мы без арбузов. И даже и не хочется под них грядку занимать. В общем, все, с заготовками завязали, всего-всего накрутили, всего-всего наварили. Больше ничего готовить не будем, будем кушать все свежее, очень вкусные у нас яблоки кругом растут,
сливу будем доедать, перец, помидоры, все будем есть в свежем виде, готовить больше ничего не будем. Так что вот такие вот у нас дела. Всем счастливо, до новых встреч!